удар. И вот удар головой. Гол! Преимущество становится еще внушительнее, и команда может потихонечку выдохнуть. Пока их повышение в классе ничто и никто не угрожает. И ведь видел мяч летящий, и видел, что он успевает выстрелиться, и его достать и отправить в ворота. Ведь в какой-то момент нужно оказаться вместе с мячом на одной, как бы сказать, траектории, что ли. Это потрясающая геометрия. Удар головой в данном конкретном случае – это единственное верное решение. Молодчина.